Больше не будут расти. Представители крупных сетевых магазинов подписали меморандум о регулировании цен. Мероприятие проходило в Белом зале правительства. Документ ограничивает наценку на социально значимые товары на уровне 10%. В перечень попадают такие продукты, как хлеб пшеничный первого сорта, сахар, молоко, масло подсолнечное, яйца, мясо птицы, картофель и другие. Валерий Радаев отметил, что инициатива сетевиков похвальна. При этом он напомнил и об эффективных действиях предприятий во время роста цен на гречневую крупу и сахар. Хочу выразить благодарность руководителям этих предприятий за оказанную правительству области поддержку в вопросах сдерживания темпов роста цен на продовольствие. И подчеркнуть, что благодаря в том числе и вашей работе, Саратовская область на протяжении последних 2 лет занимает первое место среди регионов ПФО по стоимости продовольственного набора.